В Якутии спустили на воду два модернизированных танкера. На церемонии знакового события на Жатайской базе эксплуатации глава республики Егор Борисов отметил, что судно станут гордостью якутского флота. Что касается перспектив, то совместно с корпорацией развития республики ведут работу по возобновлению судостроения на Жатайской судоверфи. Комплексная программа модернизации якутского флота включена в федеральную программу развития Арктики. Запланировано финансирование из федерального бюджета в размере свыше 4 миллиардов рублей, а внебюджетные источники составят 1 миллиард 600 миллионов. Проектная мощность верфи до 10 единиц судов в год. Мы приняли решение на базе судоремонтного завода Жатаи построить настоящий завод. И мы разработали инвестиционный проект. И этот Жатайский судоремонтный завод сегодня находится уже по поручению правительства Российской Федерации, Министерства промышленности России, для того, чтобы получить деньги из фонда промышленности Российской Федерации, участие Дальневосточного фонда развития и наших инвесторов, и само пароходство. И мы обязательно построим новый завод для того, чтобы заниматься